Сегодня сложно представить себе дом, в котором бы не было стиральной машины. В советское время подобная техника была редкостью. Часто не хватало средств и времени на самостоятельную стирку, поэтому популярностью пользовались прачечные, где за небольшую плату можно было привести вещи и белье в порядок. В Сарове таким местом была Снежинка. 30 сентября 1974 года ее приняли в эксплуатацию. Татьяна Горчакова вспоминает, будучи ребенком, после школы относила туда сумки с бельем, через какое-то время забирая чистые накрахмаленные вещи. Сейчас женщина сама руководит прачечной и признается, за 50 лет организация пережила много изменений. Прачечная «Снежинка» занималась стиркой всех предприятий и горожан. В последующем, в 2017 году, цех прачечной переехал на адрес Куйбышева, дом 11, и совместили вместе с цехом химчистки. Это произошло по причине эффективности производства, снижения затрат. Горожане, конечно, не в том же объеме сдают стирать белье, но все равно нашими услугами пользуются многие люди. Сегодня название прачечной «Авангард», но многие местные до сих пор зовут ее «Снежинкой». Здесь работают 10 человек. Цеха занимаются обслуживанием горожан, подразделений РФЦНЕФ, детских лагерей, гостиниц «Сарова» и «Дивеева». «Авангард» удобно предприятиям тем, что нет необходимости затрачиваться на содержание и организацию своей прачечной. Все забирают, стирают, отпаривают и привозят назад в готовом виде. Для саровчан это также экономия времени. Самое главное – это глажка, потому что наши машинки современные, может быть, и стирают они отлично, но гладить – это время. На профессиональном оборудовании отглаживается лучше, достигается эффект на крахмаливание. Ну, это экономия времени наших хозяек. Каждый цех работает бесперебойно, при этом руководство планирует наращивать обороты, расширяет штат, обновляет оборудование, регулярно обучает сотрудников. В настоящее время мы занимаемся реконструкцией вентиляции в цехе, закупаем промышленное оборудование, присоединяем электрические мощности, то есть цех будет оснащен дополнительным электричеством, чтобы все оборудование работало на полную и одновременно. Совсем скоро саровчане смогут не только пользоваться услугами стирки и глажки, но и мелким ремонтом. Специалисты смогут привести вещь в порядок, если разошлась молния, порвался карман или отлетела пуговица. В новом районе приемный пункт, который сейчас находится в КБО, перенесут на Зернова 60/2 на первый этаж общежития. В преддверии праздника 50-летия прачечной «Снежинки» хотелось бы поздравить ветеранов, пожелать им здоровья. Хочу поздравить действующих работников, также пожелать им здоровья, благополучия, благополучия их семьям. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.